Короче, вот это нам новогоднего вайпца добавили, мужик. У нас же эти, теперь новогодние сундучки есть, наконец-то. Прикинь, вообще классно. Вообще классно, супер. Короче, прикол сегодняшнего дня. Я, короче, проспал первый урок. В итоге пришел на второй, и на English был. Меня, я потом на последний урок ухожу, меня англичанка встретила, и я просто, я такой, нет, меня короче, прям вот. Хорошо, вот так. А в итоге последний урок у нас отменили. В итоге я сегодня 5 уроков отходил в школе. Посмотри, все новогоднее. А ты где? Я даже не понимаю. Happy New Year's, я вот тут. Пойдем на мой этаж. На мой этаж пойдем быстрее. Такие, мы ждем снег. Блин, я привык то, что в Fortnite на shift... О, фига. Ага, я привык то, что в Fortnite на shift бегать, а тут же это приседать. Да. Я теперь буду постоянно нажимать на shift. Да так, мы вообще в этой серии хотели идти в ад. Да. Помнишь, о чем я говорил? Мы уже полностью с тобой готовы. Что, приступаем? Думаю, наш медлить не надо. Ребятки, мне кажется, уже поставили лайки. Все, что нужно, все, что вас просят, сделали. Так что мы вот так вот стоим, как заканчивали прошлую серию. Поджигаем. Ну ты вообще жена. Поджигаем портал в ад. И теперь самый главный вопрос. Там один блок или полноценный ад? Ад. Давай на shift, если что, на всякий случай. Да, потому что что-то, мне кажется, там что-то будет новое интересное. Прикинь, там тоже один блок будет. Это ж вообще офигеть. Не знаю. Что у меня не Нет, падает? Обычный ад. Нет, обычный? Да. Блин, а прикинь, сейчас тут крепость рядом. Я офигею. Я что не знаю. Придумай задание, которое мне нужно сделать, если будет крепость. Не знаю. Я выполню ваше любое задание в комментариях, короче. Все, что вы мне напишите в телеге, обязательно туда подписывайтесь. Загреть на себя всю орду. Да я не знаю, пусть в телеге напишут, какое мне задание выполнить. Я сейчас в ближайших блоках будет крепкость. Ё-моё. Не, ну слушай, я походу без задания. Так, наверху газ, если что. Ема. Лови аптечку. Блин. Да, а чё, слабо трезубцем? А? Чё, я его потеряю? Давай. Идем нафиг отсюда. Погнали домой. Домой. Еще кошак. А это мой кошак уже. А, пчеловав, уроды, ё-моё. Ай, меня ужалили. Иди нафиг. Ну давай меня еще ударь. Кстати, у нас же этот супер-пупер уровень. Ты забыл или не забыл? О, мы сейчас его залутаем вообще капец. Вообще капец. А, сколько дерева, сколько всего. Так, давай ты кирочкой, я топориком буду. Как вам вот этот прекрасный новогодний вайп? Эта серия, наверное, уже выйдет после Нового года, либо прям в Новый год. Может, 1 января я его выпущу, чтобы вообще вайп был лютый. Так что я все стараюсь для вас какие-то прям поддерживать очень новогодние эмоции, чтобы помимо Нового года в реальной жизни еще был классный Новый год у меня в видосах. Это обязательно. Нифига ты по мне мечом ударил, у меня пол хп. Ой, так. Еще землей? Есть земля странная какая-то? Типа пустынная. А, понятно. Этот Новый год. Оп. О, чё? Два подряд. Ты посмотри вокруг. Чё? Капец. Новый год. Что? Можно наряжать ель. Кто? У нас же ель, точняк, ты посмотри. Вау. Даня, ну, давай готовить ресурсы, чтобы наряжать елочку, это ж вообще классно. А чем ее наряжать-то? Да блин, я сейчас, подожди, у меня где-то в запасе были ресурсики. Сейчас мы просто... Я же один рад то, что у нас снег пошел. Так, ну вот тут сундучок. О, как раз апдейт. Где апдейт? О, 7 секундочек. Давай подождем, а потом уже будем наряжать елочку. Господи, так радно, снежок. Ой, а у черепашек вода заледенела. Понимаешь? Иди сюда. А. Иди сюда. Итак, я хочу тебя поздравить. Вот то, что у тебя... Дали. Ну, подарили GoPro, которая много возможностей будет давать нам в будущем. Вот, короче, даю тебе этот тортик.
Спасибо, я его обязательно сохраню. И понимаешь, это, наверное, последнее видео, которое мы сейчас записываем. В следующем году Dislotyland. Это что такое? Это что? Что это такое? Какой-то бублыжник. Ой. Ой, ой. Илюха. Это, давай, приходи, закрывай. Знаешь, что это? Это, наверное, крепость. Да, у нас сейчас крепость будет. О, подзол. Ну, типа, который в гримом бьет. Во, у нас много видов вот этих камней. Даня, ну что ты подо мной ломаешь блоки? Я понять не могу. Что я так тебе тут не угодил? Ой, чешуйницы, Илья. Вот как раз, нафиг, чешуйницы, все. Давайте, мы пошли убивать чешуйниц и наряжать все к Новому году. Ну, точнее, не баг, а как можно выбраться, и он такой сразу на меня. Короче, просто, знаешь, надо наблюдатус. У нас тут Елтус стоит, Елтус. И нам ее надо украсть. Вот, и, о, снежочек опять пошел, ура. Супер вообще. Так, я, короче, взял очень много интересных штук. Мы еще сами как елки все зеленые. Да. Давай, Дань, иди добывай блоки, давай дальше, дальше, вон, иди туда, туда, да, давай. Все. Давай, иди добывай, сейчас все будет. Ага, так, и думаю, думаю, этого хватит. В принципе, еще можно, ну и вот этого. Крипер, два крипера! Они взорвали нам пол огорода. Ну, не отчаивайся, мой друг. Иду подготовлю лютый Last Christmas. Так. Мне? Ну, Last Christmas. Так. А, тут еще пауки ядовитые спавнятся, понимаю. Так вот, Палмас. Супер. И хоп. И хоп, вот такая и красота. Не хоп. И думаю, еще один можно вот так вот хоп. И в принципе. Да. А я не знаю, что сюда хоп. И хоп. Блин, как хоп. Красиво. Сейчас пойду купальца, эта елка станет супер классный и украшенный. А, елочка готова. Просто посмотрите, как я это все дело украсил. У меня еще немножечко подарков осталось. Так, далее, иди сюда, интрубундын. Здорово. Давай ко мне. Да, да. А, смотри, я для тебя... Ты чё? Ты как его так... Типа синий призмарин, это гирлянда, да? Ага, смотри, это тебе все подарочки, открывай. Бамбуковая флейта, спасибо. Да. 4 изумруда, спасибо. ОС. 2 алмаза, спасибо. ОС. Незритовый омы, спасибо. ОС. Еще 2 изумруда. Вот, это вот мне, твой, мне твой подарок на Новый год. Заверяю тебя. Спасибо, я просто думаю, сейчас разделить нужно будет. Я думаю, как один назритовый лом и один алмаз разделить на двоих. Нет, я из своих тут накоплений тебе тут дал такой. Ну, держи. У тебя теперь... Спасибо. Все, у нас теперь настоящий полный Last Christmas. Это новогодняя серия на облако. Может быть, она выйдет и до Нового года. Не знаю, как получится. Как получится, ребят. Ну, как вы заходите в мой Телеграм-канале, а? Как захотите. Yes. Вот, обязательно. Я уже всеми способами пытаюсь его распиарить, чтобы вы там туда подписались и все время следили за всеми новостями. Мы пошли дальше копать. Не знаю, что для чего, зачем, но я бы, знаешь, еще что сделал. Ну, блин, крутые, очень крутые подарки. Все, пожалуйста. Да, я пойду склад нам сделаю. У нас миллиарды сундуков лежат. А я пошел, смотри, куда-нибудь вот сюда. Буду сейчас сделать огромную площадку. Раз, два, три. Ну как, почти еще дофига. Да, ну ладно, 2671, 672, и у меня 2153, потому что я нифига не копаю, я боб-строитель, который все построит. Отсюда. Вот, так что я строю, ты так, ты как... Крипер, заряженный! Дань тебе жопа. Ой, я не пойду туда. Что, все же, Пэлс? Мы никак это не придут. Иди за мной! Беги просто, беги! Я его сзади бью.
Хорош просто, лучше заманил его. Я понимаешь, как он сработал? Я еще улетел вниз, короче, я просто вижу, как ты, как он откинулся. А он просто на твою эту, он на твою, ну где-то там стоял, встал и на тебя смотрел, и я его сзади просто. Просто дай пятюню, я наверное, вообще просто гениально сработало. И команда Б. What's the problem? Заряжена крипе! Жопа. Так, давай по такой же тактике. Дань. Смотри, я его вывожу. Брат. Оп. Идет? Да. Просто. Беги. Тап. Я. Давай. Бил. Все, просто. Мы теперь знаем, как от него избавляться. Я, короче, дверь открытую всегда буду держать, чтобы если что, туда забегать. Да, я просто гений. Как я мог такое придумать? Я не знаю. Просто гений. Евгений. Я масса сундуков у нас. Капец, сколько сундуков мне сейчас их всех. А, много чешуйниц, закрывай дверь. Справишься? Да. Ну давай, справляйся. А я пошел строить. Все, убил. Мне кажется, через пару уровней. Опять крипер. Так. Давай мне его. Так. Все, я его веду. Давай. Нет! Вот ты не открыл калитку. Убегай. Оп, за мной. Ага, иду. Оп. Минус. Все, сработало. Я тоже спрыгнул, а то у меня... Просто разработчики этой карты хотели, чтобы мы просто обосрались, когда заряженный крипер нафиг спавнился. А я вот такой гений просто придумал такое. Капец. Привет, я поужинал. Молодец, а у нас тут монстр гвард. Чё нафиг? Я сдох 3 раза. Бегу на помощь. Господи, дебильный вреден. Да я у меня уже... запись, если что. Ты скотина, скотобаза великая. Я тебя сейчас там оттуда прям сыпать. Привет, табакин ты. На, сверчки тут летают. На, полетел вниз. Славянский зажимки. Не фак. Ела нужна мне, фак, ела. А ну ладно, пофиг, обычно факелов возьму, значит. Вроде нету. Офигеть, зомби, я пока... Ема, Даня, нам жопа. Не, ну просто там это... Мне еще... Тут как бы... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь криперов заспавнилось как бы. Где? Ты вообще что ли? Уходи.
Уходи ради бога Майнкрафта. Давайте, идите. На, как он там появился? Ой-ё! Он просто появился из ниоткуда, понимаешь? Ну ты чё так не подготовился к переезду? На третий этаж уже на второй серии, а не знаешь, где твоя кровать. Почему я не могу спать лечь? Так не, что... Ой, не-не-не-не, лучше давай сейчас все они уйдут, и потом крипер, я криперов пойду порешаю. Ну не. Офигеть, тут всё. Да пофиг, мне сейчас всё взорвут тут. Мне сейчас взорвут все. Все взорвут. На меня три крипера идут. Где тебе помочь? Да, уже все взорвалось. Уже не уже бесполезно. Уже все просто, уже все взорвалось. Уже все взорвало. У меня эти помощь. Нужна помощь. Хелпа уже тут. Хелпа на месте. Так, минус один. Минус еще один. Здорово. Ну я уже не скелет. Значит, плюс еще один. Пошел фарм земли. Подожди, мне ель нужна. Ель. Так вот, суби, вот, видишь вот это? Да не, подожди, сейчас, я тут это... Алмаз! Сюда. Ну нет, вот и после алмаза заспавнились эти черти. Скелетные. Или черти, да черти. Вы что черти? Четырели эти черти. Я балдею. Сколько много скелетов. Лошади скелетов. Крипер. Заряженный? Да. Ну что, будем проворачивать. И если... О, черт, Даня. Он идет ко мне через задний двор. Мимо моего Пепса. Нет! Так аккуратно ты! Ты что, блин, куда? Убил. А, нет. Что? Чё? Ты где он? Я убил его, я ж сказал. А, всё, господи. Вот ты тут некаешь. Давай сюда, ставь дверь обратно. Пепс, пойдем домой тебе, ради бога. Ты на улице, рано или поздно сдохнешь. Ну, тебе говорю, тебе были криперы, как гуляют каждый день. Как мой. Ага. Ой, вот твой собрат тут уже так откинулся. Давай на третий этаж. Сосед твой по стене. Алло, Пепс. Нет, я его посадил, отсадил. Где? Под этим нету его. Алло, а, вот ты, ё-моё, вот тут в котле сиди нафиг дальше. Чё за звук? Крипер! Опять Илья. Наш план. План капкан. Так, открываю. Крипер. Все, убил. А, все, так быстро. Нормально. Он мне сейчас срочно надо. Так, стоп, я для начала, ради всего святого бога Майнкрафта, освещу. Тут у меня перестрелка. Слушай, переплавь мне, пожалуйста, стекло. На, найди стекло, переплавь. Стеклянная панель или просто стекло? И стекло, и стеклянная панель. Там штук два, ну, смотрите, даже скажу. Раз, два, три, четыре. Где-то 16-20 обычного стекла. 16-20 обычного стекла. Вот, и еще стеклянных панелей. Стак, наверное, где-то так. Фига ты. Ну вот, мне нужно. Дети такие, наверное. Ну, смотри, 6, 12, 18 на 4, 8 на 4. Что хочешь, делаю, у нас нет. 24 на 4, 40. Могу тебе пока дать. Ну да, ровно стеклян. Вот, раз и два. Ага. Понятно. Не густо. Да, не густо, не пусто. А, не, что, больше, полтора стека. Илья, напоминаю, мы играем на одном блоке. Тут ресурсы все ограничены. Так, у нас уже как минимум стак песка есть. Откуда? Не знаю, я просто нашел сундуки сейчас. Капец, у нас просто тут предметы. Капец. О, 20 угля. Ну вот ты еще тут пережариваешь. Опа. Так, энд.
Чё? Типа The End. Мы с тобой на 5-й серии. Выживание на одном блоке. Дошли до энда. Ты тут давай мне не Нет! Мы потеряли одного бойца, Илья. В смысле? Мы потеряли один блок СК. Вообще. Слушай, там сейчас лут будет офигенный. Там, наверное, алмазные кирочки, топоры, броня будет. Ну вот то, что может, наверное... Попасть да, там в танцы. Кстати, в сундуках же там лютые. Там же всякие алмазные мечи там. Я про что я говорю? Стопудово ты будешь приходить и кемперить, да? Да. Одиноко Эндера, стержень офигеть. Энда и кость. Я вот только хотел тебя спросить, а как мы найдем Энд? Ну, типа крепость Энда. Мне кажется, ее тут нет вообще, в принципе. Нету вообще. Мне кажется, да. У меня самого-то загадка. Я понимаю, что ни разу на блоке не играл, там не проходил его, ничего. Ну, подобное такого ни разу. Я вообще не понимаю. Это бесконечная игра. Здесь можно просто максимально развиться за счет ресурсов и все. Наверное. Типа ты эту игру... Эндермены, Илюха. Ну ладно, ты справишься с ним. Ну, в принципе, еще чуть-чуть стекло съелся. И нормально. Таня, я почти закончил со стеклом, что это понимал. Молодец. Только где ты его нашел, я не понимаю. Песок у нас более стака песка валялось. Не знаю, я ничего не находил. Я просто зашел в сундук, там 56 песка, а потом еще 8 песка. Знаю, как какой-то слепошара был, конечно. Риус или пошарами. Я еще полстака стекла забабахал, стеклянных панелей даже. Точнее, правильно сказать. Сюда два окна вставляем, еще одно длинное окно, потом еще два окна в 6 блоков вставляем. И вот последнее у нас осталось. Сколько? Да. Капец, тут эндер этих червей. А, это он-то крутой лут нашел. А, блин, еще сверху светить. Слушай, можешь мне факелов принести, пожалуйста? Ребята, вы вообще хотите увидеть какие-то челленджи, разные видосы на втором канале? Реально говорю? Допустим, пробуем разные виды кислых конфет, острых вещей или каких-то вещей, которые продаются у нас в России. Хотите такое увидеть? Ну, если вы будете активно, конечно, подписываться, ставить лайки, все дела, потому что это реально будет... Лечу, Илья, просто на всех парах давай. Лечу. Просто потому что это... Смотри, вот сюда лесенку... Не... Где? Это ступень. Что? Ты ступени скрафтить. Надо лесенку скрафтить было, а не ступени. Пофигу, будет. Стой, сделай нормальный хотя бы подъем, я не знаю, ну. Как-то не по-русски ты это все делаешь. Вот так вот, смотри, хопа. 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 Хопа, и все. It's okay. Вот, и теперь, дай мне факела. Да никуда ты ставишь-то их, ё-моё. Я их специально тут рассчитал, чтобы их везде хватило. Нифига, ну тут их точно хватит. Слушай, можно уже было не рассчитывать даже. Все-таки нужно забрать оставшиеся все сундуки, которые у нас есть, потому что сундуков у нас море. Я думаю, это последний типовый. Что за шкибиди-шкибиди-топ, я вообще не понимаю. Кажется, потом будет супер крутой уровень, который намного бафов даст и много очень мобов. Илья, помощь. Ё-моё, что это там без меня? Помощь. Ебать, калаврать, вот что? Ах, что за просто, я не знаю, БГ какой. Да господи, ну не бейте! Сколько тут этих дебильных? Это как голуби на севечке просто сбежались на нас. Да господи, я тут как по этим прыгаю из-за их ударов. Я уже 3500 нафармил блоков. Охренеть ты, мужик. Я уже косарь блоков на это накопал. Да господи, ну как сколько в тебя тыкать-то? Короче, иди смотри, что я тут сделал. Вау, фига. Фигась! Это склад типа? Да, тут нас складывают. Жесть, сколько сундуков. Да. А тут еще прохалявил чуть-чуть. А окей, потому что от там не хватает. И СЛМ сортировать. И подожди. Где у нас кожа? 4 или 6. Замедление, сопротивление. Все, твоя задача отсортировать все, что прям было чики-бамбу. Хотя давай я тебе помогу тоже, потому что ты тут один сдохнешь. Я тебе уверяю, это все сортировать. Сначала я сейчас сундук для дерева возьму. Ты не помнишь, как я сортировал в нашем сервере? Не помню.
Долго ты сортировал, Данча, это долго. Очень. Полночь. А тут у нас мой этаж, твой этаж, 10 этажей вещей целых. Даня, там, там было больше. Там было больше. Ну там было шелкеров где-то 16. Да какой там больше, намного ну, больше. Либо больше, да. Намного больше, да. Там намного тяжелее было все делать. Сейчас легче будет. Больно вдвоем. Это задрыхнуть пошел, а ты еще тут сидел. Хоть слава богу, сейчас ты мне поможешь. А то когда она ночью... А я не буду помогать. Запрягла просто, блин. Со всеми поиграть понемножку и сам поиграть тоже понемножку, но, блин... Знаешь, я на самом деле тебе настолько благодарен... У нас тут черепаха убежала. Я настолько тебе благодарен, то, что ты все это время со мной все время помогаешь. Потому что этот год мы провели вместе с тобой. Прекрасный год, кстати, за этот год мы начали с тобой как раз так хорошо общаться и снимать видосы. Да. Если бы не ты, этого всего не было, вот я сейчас бы тут не стоял. В чем смысле не стоял? Ты бы с ну все шо? Нет, я вот в Майнкрафт. Ты так говоришь, блин, если бы не ты, ну где бы ты стоял? Где-нибудь в нашем мире выживания с маленькими постройками. Это палки обычные. В смысле? Опа, эй. Ой. Что мы еще не знаем, что здесь можно делать? Я не знаю. Ну, думаю, на сегодня хватит, потому что сегодня вышла прям Very Christmas такая серия. Вайбово новогодняя, думаю. Да и плюс много всего полезного делали, даже чуть-чуть в ад заглянули. Не знаю, когда серия выйдет, постараюсь в воскресенье, прям перед Новым годом, выпустить ее. Да, ну, только вот так на F5. Ну, о, кстати, красиво на F5. Думаю, вот так, давай иди ко мне сюда вставай. Вот прям на весь город открывается вид. Офигеть, смотри, сколько сегодня нового у нас поменялось, сколько мы уже за эти 5 серий прожили. Да. Жесть. Черепаха убежала, житель умер. Я гляжу, вам это очень нравится. Это ПС умер. Шалкер. Что? Шалкер, вон, видишь? Это... Вон, на елке маленькой, вон туда, где подарков много, видишь? А... Не понял прикола. А как мы его не видели? Шалк. Нифига себе, ну тогда. Может тут еще, может тут есть, нет? Ну тогда всем пока, получается. Всем пока, может у нас да. в следующей серии будет фарм. Уже в следующем году это будет. А, ну да, точняк, в следующем году. Да, блин. Спасибо, то, что... 2023. Да. Спасибо, то, что вы были со мной все это время. И я отправляюсь в Баленсиагу. Нет, подожди. Я хочу в Баленсиагу отправиться. И даст у Прада. Баленсиагу.